Ему было бы сейчас 75 лет. Он остался для нас молодым. Великий поэт революции Владимир Маяковский. Так читал его самые известные стихи Владимир Яхонтов. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлёстан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нет. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка. Но эту я достаю из широких штанин. Дубликатом бесценного груза. Читайте. Завидуйте. Я гражданин Советского Союза. 75-ю годовщину со дня рождения Маяковского советские люди еще раз выразили неувидаемую любовь к вечно молодому знаменосцу революционной поэзии.